Сегодня в Красноярске открылась 12-я ярмарка книжной культуры или «Кряк». В этом году туда съехалось рекордное количество издателей, их около 250, это почти в 4 раза больше, чем было в первые годы ярмарки. Чтобы вместить всех желающих, организаторам даже пришлось открыть дополнительный 4-й павильон. Там абсолютно новое направление ярмарки – комиксы. Книжку по душе найдут и любители классической литературы, и фантастики. Увлекательная игровая зона создана для детей. С помощью инсталляций посетители в прямом смысле слова могут шагнуть в мир писателя. И это только малая часть 12-й ярмарки, время изучить которую у красноярцев еще есть. Работать выставка будет до 5 ноября. Тут всегда очень много впечатлений, всегда хочется успеть во всех местах быть сразу. Вот. И поэтому я, например, всегда довольна, всегда ярмарка что-то новое приносит. И вот я еще посмотрела программу «Научно-техническая революция», как бы тема мне не близкая, но даже я там, кстати, вот посмотрела Гёте-институт, поиграла, узнала значит, какие-то сведения из жизни великих немецких ученых, которых, вот хотя я в физике, там, в химии слаба, но тут даже я ответила на все вопросы, выиграла небольшой приз.